Перед матчевой встречей боксеры казахстанская команда «Астана-Арланс» и «Мексика Гуэррерос» прошли официальную процедуру взвешивания. Все спортсмены уложились в рамках своих весовых категорий. Согласно жеребьевке, на арене выступили бойцы в 5 категориях. Ранее команды встречались в прошлом сезоне. Тогда победу со счетом 7-3 праздновали казахстанские мастера кожаной перчатки. По этой причине в этой встрече наша команда предстала в роли фаворита. Буквально вот эти 2-3 дня звонят, говорят, что-то, ну, то есть мексиканцы не берут зачет, то есть главное там кубинцы и так далее. Я говорю, ребята, давайте мы сперва команду Мексики пройдем, потому что Мексика – это традиционно боксерская страна. То есть там очень популярен профессиональный бокс, и там очень много звезд в профессиональном мире. Поэтому я говорю, вот этих ребят мы абсолютно не знаем, откуда они. Правша, левша, в каком весе боксировали, где боксировали, мы не нашли нигде. Хотя остальных мы, допустим, и кубинских боксеров, мы их всех знаем, они боксировали на чемпионате мира. Вечер бокса не обманул ожидания казахстанских любителей бокса. К сожалению, собралось только небольшое количество. Открыли матчевую встречу боксеры самой легкой весовой категории – казахстанец Мардан Берикпаев и мексиканец Хосе Альберто Рейс. В старте казахстанец полностью завладел инициативой, однако к концу встречи сказалась неопытность нашего бойца. Почувствовав чрезмерную уверенность, он ввязался в ближний бой, благодаря чему пропустил несколько опасных ударов. Несмотря на это, рефери заслуженно присудили победу хозяину ринга. Следующими выступили спортсмены в категории до 56 килограммов. Мирбала Туитов и представитель гостей Серхио Черуна Санчес. В этом бою класс казахстанского боксера был заметен невооруженным глазом. И уже в последнем раунде судьи были вынуждены остановить поединок. Очередная уверенная победа Туитова. Я впервые вышел на ринг в этом сезоне и хотелось показать зрелищный бокс. Поэтому шел вперед, а после того, как послал соперника в нокдаун, пытался досрочно победить. Но не получилось. Помог мне опыт. Все-таки мой соперник, которому всего 19 лет, дебютировал в WSB, и это было видно. Третьими на арене Дворца спорта выступили дебютанты серии казахстанец Джанибек Ажибай и Кристиан Биелма. Наш спортсмен вначале выделялся своими активными действиями, однако к середине боя преимущество захватил уже его оппонент. В итоге победа досталась мексиканцу. Счет матчевой встречи стал 2-1 в пользу столичных волков. Итоговую победу казахстанской команде принес украинский легионер «Арланов» Сергей Деревянченко, выступающий в категории до 75 килограммов. Он быстро взял инициативу в свои руки и записал в свой актив очередной технический нокаут. Соперника не видел, как бы, и его нигде как бы не было ни в интернете. Это как бы такая, как бы, перед боем неизвестность была. Как бы. Первый раунд вышел, как бы. Нащупал, как у нас говорят, разведал, как бы. И как бы начал боксировать и выдерживать установку, что мы как бы с тренером перед боем как бы какая была установка, и как бы выполнил, и оно как бы само собой пришло. По традиции последними выступили боксеры-тяжеловесы. В категории до 91 килограмма казахстанец Василий Левиц сумел преодолеть сопротивление своего соперника Кристиана Димая. Только позитив присутствует. Сейчас, конечно, эйфория. Но потом все равно надо садиться, опять просматривать бои, работать над ошибками. То есть не надо на этом останавливаться, надо дальше работать. Как говорится, нет предела совершенства. Ну, соперник неудобный он, такой корявый, с таким тяжело работать. Первый раунд чуть-чуть не получалось, но потом нормально приноровился и пошло дело. В итоге матчевая встреча завершилась со счетом 4-1 в пользу казахстанского клуба. Благодаря этой победе боксеры команды заняли второе место в турнирной таблице. Лидируют в группе «Б» кубинские мастера, которые накануне со счетом 5-0 разгромили российскую команду. Слава Богу, что так все положительно закончилось. Но я думал, надеялся все-таки, что у нас будет победа после победы в первом бою, уверенного продолжения. Таитова. Я думал, что, ну, был уверен, что 64 это наш. И такое хорошее начало. В ближайшую пятницу во Дворце спорта имени Балуана Шолака сойдутся команды «Астана-Арланс» и «Куба-Домодорес».